С начала года в Североказахстанской области вернули государству 220 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Проведено 40 проверок, в результате которых выявили 28 нарушений. На хозяйства, не использующие земли по назначению, наложили штрафы на сумму свыше 2 миллионов тенге. Устранено на сегодняшний день 5 нарушений. Также выдано 28 обязательных для исполнения предписаний по использованию земель сельскохозяйственного назначения. Хотелось бы отметить, что из 220,6 тысяч гектар на сегодня в добровольном порядке возвращено порядка 143 тысяч гектар.